Погубить жизнь, подаренную Всевышним ради денег, равносильно с тем, чтобы вонзить нож в самое сердце человечества. Если человек не понимает, в чем смысл жизни, он будет мерить все в рамках своих ограниченных ценностей. Кажется, мы все мыслим узко. В этой жизни кто-то гонится за деньгами, а кто-то хочет отомстить. Так сколько стоит человеческая жизнь? Бля, что за беспредел? Кто за этим стоит? Кто будет отвечать за это? Ты же у нас по СМИ? Что, они охренели, что ли? Пусть не рассчитывают на тендер. Составьте мне список сайтов, кто опубликовал эту статью. В этом году не получит ни копейки от тендера. Понятно? Все, свободен. Антуа Вельдумба? Конечно. Я свое обещание всегда держу. Обещанный лям по 5 килограмм. Что-то не понял. 50 обещал? Обещал. А я ждал. Эй, бала, мен мен олай ойнама. Әкең танытып жүрем. Я хотел просто вспомнить. Считай, считай. Че, халас? Халас, халас. Кажется, ты куш сорвал, а, Тимка? Да. На жизнь хватит. У тебя есть еще одно предложение. Какое предложение? Вот хотел спросить. Хозяин этого казино Баке? Какой Баке? Ну, чиновник. Махта. Вспоминаешь? Баке, Баке. А он часто приходит? А? Да, он приходит. Но редко. А зачем тебе? Ты не нервничай, брат мой. Ты же меня знаешь. Я люблю азарт. Люблю больших игроков. Просто хотел с ним поиграть. Эй, у тебя бабла не хватает играть с ним. Он с дилерами харзго ойнамайт. Брат, ты насчет денег давай не переживай. Ты же чувствуешь. Я любую сумму найду, если надо будет. Что-то поехаем. У тебя 2 километра, а Тимка? Нет. Вы че? У меня такого духа нету, как у вас. Я просто чисто интересуюсь. Ты что, поможешь? Ты, главное, твои бабки получишь. Хорошо. Помогу. Ну, смотри. Тима, потом не пожалей. Ол сен мен харзға ойнамайт. Ал мен болсам, харзға ақша берем. Бірақ ақшаның соңы қандай болатынын сен де білесің.
Решите вопрос с этим слизняком. Только аккуратно. Будет сделано. Саламу алейкум, блядь. Ну чё, нашел? Да. Журналистка. Помнишь? Мадина, что ли? Она самая. Ах, сучка. Тогда надо было ее. Жаль, что я пожалел, тварь. Не знает, что такое добро. Все так же выискивает, вынюхивает, да? Абсолютно так же. Вынюхивает. Шеф, одно твое слово, и ты знаешь, ее не станет. Однако, потом этот социальный резонанс по тебе не ударит? Пусть пеняет на себя. Ясность полная, шеф. Тубет. Журналюгу в расход. Чек. 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 Ваш. 5000. Дальше 10. Фрейс. 15000. Фрейс. Пас. Пас. Здравствуйте. Прибавь. Мадина Сакуповна? Да. Добрый вечер. Добрый. У меня к вам пару вопросов. Что-то случилось? Да нет. Можем пройти к вам? Пройдите. Желаете? Нам два виски. Можно? Спасибо. У тебя был же шанс в игре? Ну, допустим. Почему проиграл мне? Спасибо. Перед красотой не устоял. Да ладно.
Я рада знакомству. Я тоже. Думаю, еще встретимся здесь. Обязательно. Ок, тогда. До связи. Пока. До встречи. Пока. Чё, Чин? Нашел соску на один день? Да не говори ты так. Красавица же. Спору нет? Красивая. Ты главное это не влюбляйся. Да ты же знаешь. Завязывай. Чё там? По делу? Чё нового? Есть новость. Даже очень хорошая. В общем, я узнал про чиновника. Оказывается, он сам хозяин этого казино. И он сам туда часто приходит. Я договорился с кредитором. Он пообещал нам помочь. Как ты договорился-то? Брат, брат. В этом мире все решает бабки. Красавчик, Тима. Барман, виски со льдом делай. Двигайся, двигайся. Твою мать. Давай. Пойдем. Поехали, поехали. И что случилось? По пути объясню, поехали. Чина, Чина, лучше не смотреть. Чина, сука! Войну, значит, хочет. Будет ему война. Как настроение? Мое настроение зависит от того, что ты мне скажешь. Как раз таки у меня к тебе есть хорошая новость. Да, да. Угу. Саламатсызба, мен жумуш боюнча келдим. Саламатсызба. Бизде сизге жумуш жок. В жизни есть два типа людей. Первый тип – это ведущий, а второй тип – это ведомый. Ведомые люди как бараны. Пока их ведущие не начнут гонять, они будут стоять на одном месте. Они даже есть не будут без разрешения. Ими постоянно кто-то должен управлять. Они знают, что в этом мире существует свобода и независимость. Но они не умеют ими пользоваться. Быть вторым типом – значит проживать свою жизнь впустую. Винчик, Винчик, как дела? О, Тимка. Смотри, Винсик, кто пришел. Тимка пришел. А что он нам принес, а? Что, новости есть какие? Да. Ну, рассказывай, раз пришел. Вышедшая статья про чиновника не только виновата журналистка,
Оно было специально написано по заказу. А его заказал Чингис. Кто? Чингис. А зачем ему это надо? Он хотел отомстить чиновнику. Это его был главный план. И журналистку тоже нашел он. Какой-то лепет ты несешь. Слышал, Винс? Зачем ему это надо? Не связан. Месть. За что? Кому? От кого? Мне только эта информация доступна. Так вот и разузнай. Выясни. Откуда руки растут? Зачем это надо? Потом и приходи с этой информацией. Что сейчас-то? Хорошо. Информация будет. Ты еще здесь? Понял. Давай. На. Ты видел, да? Месть. Страшная вещь, Винс. Какой вкусный айран. Казахи знали, что айран очень полезный. Тебе нравится айран? Да не особо. А зря. Этот подарок я приготовила для тебя. Ах, китайцы. Все-таки согласились. Я тоже им говорил, что земля очень хорошая. Слушай, как ты смогла их уговорить, а? Это мой личный секрет. Да. Браво. Вот за это я тебя люблю. Кстати, у меня тоже есть для тебя небольшой подарок. Как раз, по-моему, настал тот день. Бриллиант 10 каратами. Вау. Единственном экземпляре в Казахстане. Такое кольцо нет даже у жены министра. Спасибо, дорогой. Не за что. Кстати, завтра игра. Хорошо, окей. Сука, сука, сука! Как узнали? Кто это сделал? Бля, не надо было впутывать ее в это дело. Это все из-за меня. Сука, сука, долбоеб ты, сабыр. Енишки, блин, джихонда была. Чтобы ни было, они на шаг впереди нас. Рус, это же твоя работа. Найди, кто это сделал? Таша, посиди, сиди, сиди. Сука, куда мы залезли, ребята? Куда мы залезли? Да, Чина. Мисе, айттым ба? Айттым. Бастама олгар егет. Колын тықпай жеге басын тығып атсын. Көрдің не уатқан соңы. Алдымыз орап кетіп атыр. Блядь, пацаны. Надо закончить начатое. Қандай начатое, брат? Бүгін ғана жоғарда айттыр. Суицид, өзі-өзі өлтіріп дейді. Өзі жауып тұстап атыр. Дела жабылды. Не ту дела, не ту дела. Өте қауіпті, Чина. Бұл система бұл бұзылмайды. Түсіндің брат, сен? Да ты, сука, меня пойми. Мне поебать на эту систему. Халай поебать, мисси Уэлем Айтватер. Я начал, я закончу. А тебе решать, ты со мной или нет. Алсен Алла Улисы. М?
Мен ты, сука. Ментяра хрен. Бля, Рус. Чина! Чина, стой! Привет! А что с настроением? Все нормально. Твое лицо говорит, что у тебя не все хорошо. Ну, улыбнись уже, если у тебя все хорошо. Блин, тебе так идет улыбаться. А хочешь, я тебе клевое место покажу? Ну, давай. Гол тогда. Она отобрала все, что у меня было. А меня? Тебя? Угу. Волосы подержать? Так и не ответил, любишь меня или нет. Я тебя... Я тебя люблю. Ну все, мы дома. Я не пьяная. Осторожно, осторожно. Я сама. Здесь. Угу. Чин, останься со мной, а? Любимый. Доброе утро. Доброе. Чин. Кстати, завтра будет большая игра. Приедешь? Если ты там будешь, то и я.
главный адрес кинь. Угу. Ладно. Пока. Пока. Буду ждать. Созвонимся. Угу. Я слышал про журналистку. Говорят, она совершила суицид. Как ты думаешь, это возможно? Не дури я. Ты же знаешь, кто стоит за этой смертью. Да, я тоже так и подумал. В этой войне непременно кто-то победит, но пока неизвестно кто. Брат, ты заодно. Что бы ни случилось, я всегда рядом с тобой. Я знаю, Тима, я в тебе не сомневаюсь. Ведь все, чего я добился, это благодаря тебе. Брат, завтра большая игра. Да, знаю. Нара сказала. Кредитор сказал то, что он тоже завтра будет. Пусть тогда этот подонок готовится ко второму раунду. Теперь очередь за мной. А, чина.